Служебно-спортивная эстафета сотрудников ОВД на пару часов перекроет центр города. Она начнется в субботу, 8 сентября, после парада на площади Ленина в 10 утра, приуроченного к 75-летию ОВД по Орловской области. Соревнования займут улицы Максима Горького, Красноармейскую и Салтыкова-Щедрина, движение на которых на время эстафеты будет остановлено. В привычный ритм орловские дороги вернутся в половину 12-го.